Хай-хай-хай, дорогие друзья! Чемпионат России, Челябинск, 23-й год. Финал в тройном прыжке. Полетели! Екатерина Конева срывает аплодисменты. Потрясающая первая попытка. Четырнадцать пятьдесят один. Результат Екатерины. Потрясающая вторая попытка Екатерины Коневой. Никакого заступа. Идеальное попадание на планку отталкивания. Екатерина Конева. 14.79 во второй попытке. Третья попытка лидера соревнований Екатерины Коневой. Второй пока идет ее вечная соперница Виолетта Скворцова. Третья попытка Екатерины похуже предыдущих. Четырнадцать сорок два в этой попытке. Отличная серия от Екатерины Коневой. Заключительная шестая попытка Валерии Воловляковой. Улетает за 14 метров. Хороший результат для молодой звезды. Тринадцать девяносто два в заключительной попытке Валерии Воловляковой, и она перемещается на 4-е место. Поскольку Виолетта Скворцова выступает вне зачета, Валерия Воловлякова становится бронзовым призером. Дарья Недбайкина, 6-я попытка.
С результатом 14:39 Дарья Недбайкина становится серебряным призером чемпионата России. Заключительная попытка Виолетты Скворцовой. Шестой попытки заступ. Екатерина Конева досрочно выигрывает соревнование с результатом 14:79. Друзья, хорошего вам настроения, здоровья, берегите себя и своих близких.